Весной будущего года лесхоз начнет выращивать молодую сосну вот в этой новой теплице. Она стоит около 400 тысяч, практически готова, осталось довести лишь немного торфа. Эта теплица позволит выращивать до 100 тысяч саженцев сосны в год. Это первая теплица в хозяйстве за последние более чем 40 лет. Весной ее покроют поликарбонатом, который позволит сохранять тепло и поддерживать нужную влажность. Как говорят сами лесоводы, в нашей полосе саженцы сосны можно выращивать и в открытом грунте, но под крышей юные деревца за сезон становятся крупнее своих сородичей. Он по высоте больше, чем в открытом грунте. То есть теплица, она успевает вырасти больше и попадает уже под стандарт сеянца. А стандарт у нас не менее 12 сантиметров в высоту сеянец должен быть. То есть если он ниже, это нестандартный сеянец, его применять, то есть сажать весной нельзя. Всего в хозяйстве сейчас 4 питомника, на которых растят 1 миллион 200 тысяч юных сосенок 1- и 2-леток. Например, на этой плантации зеленеют 600 тысяч мягких зеленых ежиков. На собственные нужды лесхозу необходимо примерно 800 тысяч сосенок, которые высадят на площади 100 гектаров в апреле-мае будущего года. Остальные хозяйство будет продавать внутри и за пределами региона – в Рязанской, Воронежской и Пензенской областях. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Щеднов, Область новостей.